Мои хорошие, сейчас я покажу вам, как и чем я делаю прикорневой объем. Этот вопрос тоже бывает очень часто, звучит в комментариях по поводу моих волос. Кстати, чем я помыла волосы? Помыла я волосы вот этим шампунем, вот этим бальзамом после шампуня пользовалась. Дальше я, пока они были влажные, нанесла вот эту термозащиту и все. Все, легла потом ночью спать, они сами по себе высохли. Все. Что я буду теперь делать? Для прикорневого объема мне нужна вот такая вот чудо-плойка. Вафелька я ее называю. Вот смотрите. У меня вот такой марки, я не знаю, не помню, где я ее брала, когда брала. Это всего я не помню. Представляете, она не с Алиэкспресс. Но на Алиэкспресс тоже есть такие. Если я найду, я вам ссылочки оставлю. Так, что я делаю для начала? Я собираю большую часть своих волос. Вот сюда, вот наверх. Крабик мой сломался. Надо купить себе крабик, никак руки не дойдут. Вот осталось, я не знаю, вам видно, а вот. Вот такая вот часть волос осталась. Беру небольшую прядку. Вот. Расчесываю. Я с самого низа, прям с самого затылка не начинаю. Мне это не нужно. Мне прям такой сильный объем не нужен. Расчесала я вот эту прядку. И вот так. По корням. Мне очень неудобно вот так стоять, девочки. Сейчас я посмотрю. Ну вот. И вот так вот потихонечку я вытаскиваю волосы. Если я делаю утюжку, то сразу я вот этот вот волос прохожусь по этому волосу утюжкой. Но сегодня я не буду делать утюжку, я буду делать легкие волны. Как бы натуральная укладка будет. Беру теперь так чуть-чуть. Это обратно собираем. Смотрим, сколько мы взяли. Так, я вижу, что взяли мы много. Половина собираю. И сюда. Оставшуюся чуть-чуть. Совсем чуть-чуть осталось, но ничего. Снова вот так. Не нужно долго, по полминуты держать. Нет. Просто держите, нажали, отпустили. Вот. Вытаскиваем вот эту часть. Обязательно расчесываем. Проходимся. Вот так по всем корням. Знаете, у меня уже рука набита, я много лет это все делаю сама себе, поэтому мне это делать абсолютно несложно. Конечно, с непривычки у вас первое время не будет так все это быстро-быстро получаться. Но не расстраивайтесь, руку набьете, и все будет очень легко. Ай, все, до конца сломала свой крабик. Он и так у меня еле-еле дышал, а я все время забываю купить. Есть у меня вот такой. Если смогу, им закалю. Так. Боковую часть берем. Не сломать бы еще этот последний крабик.
Прошу прощения за шумы за окном, но ничего не могу поделать. Мопеды, мотоциклы – это, как говорится, больное место Турции. Так. Сделала. Берем еще какую-то часть. Расчесываем. Она моментально вам делает волны, вафлики. Видите, я нажимаю и сразу убираю. И вот так по всей голове. Я весь процесс не буду снимать, потому что это, ну, минут на 15. Итак, мои хорошие, я закончила с объемом. Ну вот, смотрите, какой у меня получился объем. Я сильно не делаю. Если вы хотите объем побольше, посильнее, то нужно брать по чуть-чуть волосики, мелкие-мелкие прядки, и их завивать. Вот, теперь я буду делать такие легкие волны на концах вот такой вот машинкой. Это с Алиэкспресс, ссылочку оставлю, если не сгорела. Теперь проблема, как бы собрать вот эти волосы. А, кстати, забыла показать, как там внутри. Вот. Собираю. Ну, в принципе, я все укладки делаю одинаково, можно сказать. Волосы собираю наверх, оставшуюся часть нижнюю укладываю. Расчесали. С этой нужно повозиться. Она так быстро не завивает, конечно, как щипчики или как утюжок. Утюжком можно вообще моментально сделать локоны. С этой нужно немножко вот так повозиться. Но она более щадящая, и ваши волосы, ваша укладка выглядит более, как сказать, натурально, что ли. Видите? В любую сторону можно это все закручивать. У меня было видео, я показывала, как я делала полностью укладку вот этой штучкой без объема. По-моему, называлось видео «Укладка сама естественность». Так, посмотрим, что там. Ну вот, чуть-чуть я подкрутила. Продолжаем. Заднюю часть. Вот задняя часть всегда проблема. Ее не видно. И наугад это делаешь. Кстати, расческа горячая. Я обычно работаю в этой перчатке, но что-то я сегодня ее не надела. С непривычки руки устанут. Так. Ну, я не буду вам весь процесс снимать. Продолжаю. В какую сторону хотите, в такую сторону и можно завивать. Я наугад, честно скажу. Я не люблю, когда мои волосы бывают в одну сторону закручены. Стараюсь в разные делать, но все равно они почему-то
к концу укладки сами поворачиваются в одну сторону. Какой-то вот парадокс. Волосы у лица проще всего уложить, конечно же, потому что здесь удобно их накручивать. Вы все видите. Видите, по-любому мои волосы в одну сторону закручиваются. И осталось у меня совсем чуть-чуть. Вот это. Чтобы сделать такую укладку, у меня уходит примерно, ну, 35 минут. Ну, я имею в виду сперва объем, потом вот легкие волны. А чтобы сделать просто обычную утюжку, у меня уходит 10 минут. Поэтому я чаще делаю утюжку, потому что быстро. Когда волосы разной длины, бывает, что запутываются. Вот у меня вот здесь волосы разной длины. И здесь нужно осторожно делать прям. Осталась вот эта вот часть, самая главная. Берем понемножку. Я не знаю, насколько вам интересны такие видео, но просто многие девочки спрашивают. Опля. Вилка вышла из розетки. Своей жизнью живет. Я еще даже не завтракала, представляете? Но и нет аппетита вообще у меня в последнее время. Последнее время я ем только после 4, после 5 начинаю есть. До 4, до 5 вообще ничего не хочется. Вообще. Ну, я не знаю, что это такое. Так, вот эту вот прядку мы отдельно накрутим. Потому что она короче. У меня на голове непонятные разные длины волосы после турецких стрижек. Такс. Девочки просили у меня показать, как я делаю маникюр. Сейчас у меня ногтей вообще нет. Как чуть-чуть более-менее отрастет, я обязательно, девочки, вам сниму. Обязательно сниму. Но скажу сразу, ногти у меня растут очень медленно. Это месяц или два, наверное, подождать придется. И еще я никак не доберусь до видео. Помощники, мои помощники кухонные с Алиэкспресс тоже обещала. Такая я обещалкина. Такс. Сейчас, вот теперь уже можно как угодно брать мелкие-мелкие прядочки и накручивать. В какую сторону хотите. Потому что ваши волосы уже все, по-моему, я все уже полностью концы завила. Сейчас я проверю. Да, концы везде завиты.
Вот. Я могу брать вот такие мелкие прядки. Если мне хочется прям вот такие вот, чтобы локоны были. Ну, много я их делать не буду, потому что как бы я наоборот хотела, чтобы было естественно, как будто бы. Вот, мои хорошие, моя укладка. Минут, и у вас красивая укладка. Все, закрываюсь на этом. Если вам понравилось мое видео, не забываем ставить лайк. Пока-пока!